Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pet Crafting Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и в принципе можете выходить с него. Далее, если у вас нету чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Splash. А также видео, как скачать Splash, я оставлю в подсказках, либо можете у меня на канале найти, ну в принципе там несложно. И посмотрите, как это все скачивается, устанавливается. А далее в поиске пишем Pet Crafting Simulator, нажимаем поиск. На данный момент есть пока что только один скрипт, больше, к сожалению, я не нашел, но если появятся новые, то я их добавлю. Нажимаем, значит, на кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. Можно, в принципе, заранее скрипт, сам чит вставить. В настройках выбираем DLL от kernel, потому что я проверял на этом DLL. Там все работает. На VRDevs, не знаю, может быть, этот скрипт работать не будет. Далее нажимаем Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Ключ, кстати, я уже для Coronail сегодня получал, мне его получать не нужно, он получается раз в день. Если вы его не получали, то вам придется его получить. В принципе, он тоже несложно получается. Короче, у вас появится вот в этом окошке ссылка, вы эту ссылку копируете, вставляете поисковую строку браузера, нажимаете поиск, проходите капчу, далее вас перекидывает на сайт, вы на том сайте ждете 15 секунд. Далее опять эту ссылку вставляете, нажимаете поиск, и так нужно около 4 или 5 раз делать. На последний раз у вас покажется ключ, вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто, нажимаете Enter, и у вас происходит инжект. Ну, почему-то у меня не хочет инжектиться, не знаю, чем это связано. Так, давайте это окно закрою и еще раз нажму Inject. Так, ждем, пока заинжектимся. Вот, сейчас получилось, отлично. Если у вас такая же фигня произошла, как у меня, то просто закройте окно и заново нажмите Inject. Далее нажимаем кнопочку Xcode, и вот появляется скрипт. Сразу скажу то, что скрипт очень крутой, я уже до записи проверил, ну, прям очень быстро вы с ним прокачиваетесь. Я не знаю, может быть, у меня баг случился, либо такой скрипт, но сейчас мы с вами это проверим. Короче, задача этого симулятора просто брать, объединять вот этих питомцев. Ну, в принципе, тут и ежу понятно. Значит, первая функция — это Auto Merge Pets. Включаем ее и смотрим, что сейчас будет происходить. Подождем несколько секунд, потому что скрипт, скорее всего, думает. У меня тоже не сразу работало. Пока что ничего не происходит. Тогда давайте следующую функцию включим. Auto-buy spawn tier. Так, вот, пошло дело. Отлично. Далее включаем первую функцию, auto-merge, и смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, у меня начали, получается, появляться новые питомцы. И за это я очень много получаю, как видите. И это действует без остановки. То есть, кстати, я даже не накапливаю нужное, грубо говоря, количество монет. Я могу эту вторую функцию отключить. И как видите, автомерч, он сам по себе проходит. То есть, не имея даже тех питомцев, которые нужны, чтобы их объединять, они у меня сами объединяются, как видите. И это все работает прекрасно. Без всяких ошибок, лагов и багов. И это не визуально. Монеты вы все потратить можете. Как видите, у меня до сих пор объединяются питомцы, хотя у меня этих питомцев нету. Типа, чтобы одного питомца сделать, нужно два одинаковых иметь, но, как видите, у меня одинаковых питомцев вообще нету. И все равно они объединяются. Очень крутой скрипт, в принципе. Так, ладно, давайте отключим. Посмотрим на другие функции. А смогу ли я сам сейчас прокачать spawn tier? Ну, как видите, из-за скрипта у меня, получается, не дает мне заспавнить или дает, погодите. А, нет, все-таки дает заспавнить, но как видите, в этом, в этой таблице, в этом GUI почему-то не пишется то, что у меня спавн тир прокачивается. Но это из-за скрипта, короче.
Также максимальное количество пэтов. Тоже, как видите, не прокачивается, но прокачка идет. Это просто не пишет. Давайте попробуем купить миньона. Посмотрим, купится или нет. Но, как видите, почему-то тоже не покупается. Не знаю, с чем это точно связано. Давайте попробуем купить через функцию Auto Buy Minions. Включаем ее. Ага, и как видите, через скрипт это работает. Отлично. То есть, все действия вам нужно производить через сам скрипт, потому что у вас через игру саму не получится это сделать, потому что тут уже, короче, все зависло, грубо говоря, так. Что здесь по функциям еще есть? Auto Buy Spawn Rate, чтобы быстрее, получается, спавнились эти питомцы. Далее максимальное количество блоков, то есть питомцев, тоже можно прокачать. Оно прокачивается, но просто вы это не замечаете, потому что у вас очень много монет. Далее автокомплит обе. Проверяем. Да. Как видите, за одну секунду я прошел обе, и мне дали x2 монеты. Буст получается на одну минуту. Автореберст, ну, это понятно то, что он сейчас произойдет. Спишутся у меня все деньги. И автобай плюс 10 кэш плюс 10% гемс. Не знаю, что это за функция. Давайте попробуем включить ее. Ну вот точно не знаю, это купилось или нет, но я думаю, что купилось. Далее давайте попробуем реберст все-таки сделать через саму вот эту вот панельку в игре. Может быть, получится. Да. Как видите, реберст через саму вот эту панельку получилось сделать. Отлично. Дальше опять просто включаем автомерч. И, как видите, все по новой началось, получается, прокачиваться. Как видите, это работает без остановки и без нужного количества питомцев. Ну все, и таким образом очень быстро фармите реберсты, прокачивайтесь и играете себе на счастье. Ну, в принципе, я думаю, все функции показал. На этом буду заканчивать. Напоминаю то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Там все, в принципе, легко и просто получается и скачивается. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.